обладатель самого большого количества рекордов Гиннесса пополнил свою коллекцию достижений. Вместе с помощниками американец Ашрита Фирман сплел самый длинный венок из цветов. Чтобы измерить его, требуется немало времени. Под руководством Ашриты работали 200 добровольцев. Самый длинный в мире венок – 208 по счету действующий рекорд 59-летнего американца. В 1979 году он выполнил 27 тысяч прыжков, ноги вместе, ноги врозь. И с тех пор 562 раза становился первым в самых неожиданных областях.